Кандидат в мэры Москвы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин – коренной москвич. Уходит, прокуратура запретила работать всем. Митрохин! У вас же ни одного документа нет. Все аннулировано. Как можно расширять эти магистрали, если они с обеих сторон упираются в тупики? Я это все беру под свой личный контроль, буду этим заниматься. Сейчас разблокируем этот проход, будете ездить спокойно. Мы своей цели добиваемся. Это главный инструмент моей работы по защите москвичей. Сергей Митрохин. 10 лет на службе москвичам. Сегодня московская власть полностью оторвана от москвичей. Приехавшие издалека чиновники не уважают Москву. И им неинтересно мнение москвичей. Они отнимают у нас Москву. 8 сентября вернем ее себе. Став мэром, я буду решать все вопросы в диалоге с москвичами. Вместе с вами мы победим коррупцию, нелегальную миграцию, прекратим распил бюджета и обдираловку в ЖКХ, сохраним и приумножим парки. Жилье в Москве будет строиться для москвичей, а не коммерческих инвесторов. Московская власть будет служить вам, а не чиновникам и олигархам. Вместе мы сделаем наш город удобным для жизни. Поддержите меня на выборах мэра. Я верну Москву москвичам. 8 сентября выборы. Голосуй за Сергея Митрохина.